сейчас мы с вами. Не уходили мы, лишь отлучились. И снова рядом, так же близко. Мы чувствуем вас. И забывая обо всем, мы снова вместе, снова рядом. И это так прекрасно, так легко и страстно, что ненароком, а может быть и проком, возможно, вместе мы сливаемся в волну. За вами мы следим, за вами мы идем, и с вами мы творим добро, творим ведь то, что некоторые даже и не думали, о чем мы даже не мечтали, мы вдруг увидим, вдруг почувствуем. И тут настанет тот момент, когда мы погружаемся в эмоции, мы чувствуем все, что происходит вокруг. Мы можем задержать, мы можем отпустить, мы можем и принять, но никак нельзя. Ну просто всем отдать, а может быть и поделить. Ведь все это лишь маленькая и ненарочная история о том, как три человека решили запеть, решили отдать душу, решили ну просто открыться друг другу. Сделать что-то вместе, соединить и замешать, и вновь творить, и получать, и отдавать, и вместе быть, и понимать, и узнавать, и снова вместе быть. И так построен наш любимый мир. Да, он, возможно, не самый прекрасный, но поверьте, бывает и хуже, ведь жизнь прекрасна, у нас есть этот дар, мы можем это почувствовать, мы можем ощутить всю радость жизни, мы можем ощутить всю энергию, весь этот напор, который идет на нас и который заполняет нас. Который дает нам силу, и чтобы мы больше не думали и просто двигались дальше. И мы двигаемся, и мы идем, и мы плывем, и может даже мы не спим, но понимаем, мы кричим, мы иногда бываем строги, а иногда бывают строки, но все равно. Весь этот мир, он наш, он ваш, он необразим, непреодолим, и, возможно, нам не познать этот мир никогда, но можно попробовать, можно узнать, и можно хоть чуточку ближе к нему подобраться и часть его открыть для себя, а может и для вас. И поделиться, и распроститься, и все равно остаться, в сердцах, в душах, в наших любимых телах. Мы можем отдаться, мы можем принять, еще мы можем просто-напросто уйти. Ничего не вспоминать, ведь важно,
какая бы ситуация ни была, оставаться собой, не думать о том, что подумают люди, что подумаете вы, что подумают они, или он, или она. Ведь я — это я, и со мною согласен лишь только я. И, возможно, в жизни у нас есть препятствия. Их нужно преодолеть, не нужно бояться. К ним нужно идти, их нужно искать, чтобы их преодолеть, чтобы без них проживать. Ведь человек, ему так нужно, ему так важно, чтобы его приняли, чтобы с ним поиграли, попели, посидели или просто помолчали. Ведь молчание — лучшее лекарство. Оно позволяет задуматься, оно позволяет понять, оно позволяет принять и поговорить между двумя людьми или между группой, кто знает. Ведь главное — просто послушать и просто принять.